Сегодня внешний долг США составляет без малого 18 триллионов долларов и превышает таким образом ВВП страны. Почему же кредиторы до сих пор не потребовали от американцев рассчитаться по своим долгам? Еще в свое время английский экономист Джон Мейнард Кейнс шутил. Он говорил, если вы должны банку, там, предположим, 1 фунт стерлингов, вы зависите от банка. А если вы должны банку 10 миллионов фунтов стерлингов, тогда банк от вас зависит. Получается, если все кредиторы Соединенных Штатов вдруг потребуют вернуть долги, американская экономика просто рухнет. И тогда получить свое будет не с кого. Но значит ли это, что американское благополучие, основанное на Бреттон-Вудских соглашениях, вечно? В общем и целом можно сказать следующее, что Бреттон-Вудская система, созданная как механизм стабилизации и управления долларовой системой в процессе ее расширения, не может дальше функционировать, потому что расширяться больше некуда. То есть эта система пришла в противоречие с той реальностью, в которой мы сегодня находимся.